Теперь уличные камеры позволяют не только увидеть ДТП, но и не повторить ошибок нерадивых водителей. На сайте компании CityLink профессиональные автоинструкторы подробно комментируют видеозаписи городских аварий. Проект «Разбор ДТП» стартовал в феврале. За это время в сети появилось уже более 30 видео с указанием нарушений правил дорожного движения. Разбираются ДТП, преимущественно произошедшие на городских дорогах, на перекрестках городских, но также затронуты и ДТП, которые происходят во дворах, которые также снимают наши камеры, установленные на домах. Видеозаписи аварий помогут и новичкам. Теперь в городских автошколах на теоретических занятиях также будут показывать записи с уличных веб-камер. Желтый уже загорелся, видим? Красный. И на красный въезжает на перекресток. Грубейшее нарушение. Проект уникален тем, что инструкторы выделяют опасные аварийные участки дороги и обучают студентов наиболее безопасной тактике вождения в этом районе. Очень важно, конечно, знать свои улицы, и мы этим пользуемся и смотрим, как на наших перекрестках себя вести. Обязательно в каждой теме, в конце занятия, непосредственно на камерах CityLink'а мы смотрим дорожные ситуации и рассматриваем конкретно на каждой ситуации, кто прав, кто не прав. Как отмечают сами преподаватели, такие уроки помогут будущим водителям лучше ориентироваться на городских дорогах. Пока в проекте участвует только клаксон. В будущем к нему присоединятся и другие автошколы города.